Значит, настала зима, начались холода, и ежикам стало холодно. Они начали сбиваться в кучи, вместе, поближе друг к другу, чтобы греться, и начали друг друга колоть. Вот. И один ежик, он не вытерпел, что его все колют, так же, как и он других, и убежал от них. И остался один в лесу, замерз и умер. Вот. А другие ежики, которые были поумнее, они знали, что такое терпение. Вот. И терпели друг друга. Ежики кололись, но были вместе и грелись. И поэтому они выжили этой зимой. Понимаете, в чем смысл? Вот. Поэтому надо проявлять терпение. Есть еще такой анекдот.